Видное уже начали украшать к Новому году. Наш мобильный репортер прислал кадры, на которых можно увидеть новые праздничные малые архитектурные формы, расположенные на въезде в город недалеко от бизнес-центра «Дон». Новогодние гирлянды повесили на живые ели на пересечении улиц Школьная и Советская, а у кинотеатра «Искра» монтируют главную новогоднюю красавицу района. Праздничное дерево уже украшает Советскую площадь. Появились елки и в других частях поселения. Чтобы праздничное настроение долгое время царило в нашем городе, давайте вместе следить за порядком и не портить новогодние украшения.